feel really good right now, like after the season, a little bit resting, and then I started to prepare for the season and start to practice, and now I feel really good. I feel like I'm in good shape. Actually, I was skating maybe once a week the whole summer, so I think that was like a good pace for ice practices. Obviously, we have to play better than last season, and I don't think nobody's happy about the last year's results, so I think we have to take a couple steps higher, and I think we are able to do that. Я соскучился уже по арене, по вообще по всей этой обстановке, по нашей там внутренней тусовке, поэтому у меня какие-то такие положительные эмоции после там отпуска. Когда я вернулся в Россию, там в Казани с пацанами катался, с Саней Бурмистровым занимались, там с братьями Свечниковыми. Все в комплексе было: физическая подготовка, такая подготовка, которую я в принципе каждый сезон для себя делаю, также занятия с тренером по катанию. Вот, немаловажная вещь. Ну и техническая, конечно, часть. На удивление, кстати, он прошел для меня легко. Был там один этап, конечно, тяжелый уже в конце, но я даже, если честно, удивился, что так как бы все сложилось. Для меня была там какая-то поставлена изначально цель просто добежать его, чтобы где-то там не сломаться, чтобы там стену не поймать, как бегуны говорят. Вот. Но так получилось, что достаточно хорошо пробежал и хорошее время показал. Честно, на удивление я очень спокойно отношусь. Кажется, ей.